Сегодня Международный день планетариев. Сегодня евреи отмечают Пурим, а еще сегодня три необычных праздника. День неожиданности, день ярких красок и день развития. Сегодня в 1500 году родился Антоний Веда. Это немецкий картограф, художник, гравер, автор наиболее старых сохранившихся карт Восточной Беларуси и Московского княжества. В его издании 1542 года можно увидеть самые главные замки Витебска, Орши, Полоцка, других белорусских городов, наши реки, Западную Двину, Десну, Сож. В 1917 году сегодня великий князь Михаил, брат Николая II, отрекся от престола. Можно говорить, что именно с сегодняшнего дня 17 года Российская империя как государство перестала существовать. Вся власть перешла в руки временного правительства, страна стала республикой, а монархия и династия канули в лету. В 1936 году сегодня с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковушка. Лимузин М1. Литера М означала Молотов, но в народе прижилось другое название – М-ка. В 1962 году Никита Хрущев заявил всему миру о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой. А в 1995 в штате Миссисипи в США наконец-то официально отменили рабство. В 1891 году в нашем городе, в Витебске, сегодня легендарная личность Феликс Тихоновицкий выкупил у магистра фармакологии Адольфа Вейгера фон Рейдемейстера собственный дом. Рейдемейстер вынужден был его продать, потому что разорился. Он был магистром фармакологии, аптекарем, личностью не менее известной в нашем городе, чем Тихоновицкий, но, наверное, все-таки был больше практиком, больше ученым, чем коммерсантом. Однако владел в нашем городе несколькими аптеками. Кстати, одна из его аптек исчезла в нашем городе сравнительно недавно, в конце 80-х годов прошлого века. Она находилась в той самой застройке на улице Фрунзе, ну, фактически на пересечении Фрунзе и Ленина. Вот те старинные дома, которые были снесены в конце 80-х годов прошлого века. Именно там находилась во второй половине 20 века находился факультет фармакологии и вот эта вот старинная аптека. Кстати говоря, существует сплетня, что эти здания были снесены именно потому, что тогдашнему секретарю обкома партии было неудобно там разворачиваться на своей 21-й «Волге». Врут, наверное. Сегодня 16 марта 2018 год, 19:00, вечерний Витебск. Мы начинаем. Добрый вечер. Здравствуйте, привет, Наташа. Привет. Ну, я предлагаю не изменять традициям и начать с интернет-новостей, о чем писали в интернете. Давай. Пожалуй, самая популярная игрушка последних лет, мне почему-то кажется, что ты знаешь, о чем я говорю, спиннер. Знаешь, да, что знаю. Это когда нужно крутить. Я не настолько древняя, насколько игрушка простая в изготовлении, она дешево стоит, сам процесс игры незамысловатый, но сейчас Европейская комиссия внесла спиннеры в список товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья. Правда? Ведомство уточняет, что дети могут проглотить легко отделяемые мелкие части спиннера, а также батарейки, которые есть в светящихся моделях. Но при этом считается, что спиннеры все-таки не воздействуют на детскую психику. Не воздействует. А вот про взрослую психику не уточняется. Мне кажется, что часто видишь зависшего над спиннером ребенка, который следит за вот этой вот крутящейся штуковиной и оторвать его сложно. А мама нависает над ребенком и зависает уже на ребенке, который завис на спиннере. Уже 11 лет весной проходит международная акция «Час Земли». В этом году всех приглашают присоединиться 24 марта, то есть это через неделю. Все неравнодушные, от экологов до самых обычных людей, могут на 60 минут отключить все электроприборы. Витебск вместе с другими городами Беларуси присоединится к этой акции, присоединяется уже много лет и таким образом экономит электроэнергию. И правильно делает. Ровно в 20:30 на 1 час погаснет подсветка главных городских достопримечательностей. Ну и точно так же она будет гаснуть по всему миру в крупных городах. Витебчанин собрал коллекцию крышек от бутылок из 160 стран мира. Ну, казалось бы, чем заниматься долгими зимними вечерами, собирать пробки от бутылки. Как сообщает Белта, его зовут Антон Козлов, и у него 19 тысяч различных экземпляров. Собирает коллекцию он с 93 года, приобщает сына. Правда, тот пока собирает только пробки от детских напитков с изображениями супергероев. Видишь, как хорошо. Семейное, можно сказать, хобби, семейное увлечение. Ну, почему нет? Ну, иногда я знаю, что желание что-то собирать приводит к каким-то очень
даже к открытию целых музеев, музей частных коллекций тому, да, наш пример. Возможно, и к профессии может привести, конечно, хобби – это то, что во всяком случае скрашивает досуг. А иногда я знаю, да, что перед тем, как открыть музей, обращаются ко всем – помогите нам собрать экспонаты. И, кстати, об одном из таких музеев мы сегодня будем говорить. Точно, об одном из таких музеев мы будем говорить. И вообще, наверное, надо сказать, что сегодня мы будем говорить о тех людях, к которым мы обращаемся, ну, можно сказать, во вторую очередь после врачей, если с нами что-то случается. А зачастую. В сегодняшней жизни зачастую и в первую очередь, да. Ну, я думаю, что вы уже поняли, сегодня мы будем говорить о фармацевтах, о фармацевтике и в нашем городе, и в нашей области, и немножко коснемся истории и, конечно, будем говорить о жизни, нынешней жизни фармацевтов, аптек, ну и нас с вами, конечно, как посетителей и потребителей всех аптечных, да, товаров. По нам же видно, да, что мы как без аптек не обходимся. Без аптек не обходимся. Предлагаю начать с афиши, узнать, какие мероприятия пройдут в городе завтра, а потом уже поговорить про фармацевтов. Партнер афиши – кондитерская фабрика «Витьба». Эту компанию знает каждый белорус. Более 150 наименований продукции, более 25 лет работы на рынке, более 10 стран, где живут наши потребители, и заслуженная победа в конкурсе «Выбор года 2017» в номинации «Вафельные изделия номер один». «Витьба» сделано с любовью. 17 марта Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей «Любопытный слоненок». Юных зрителей ожидает поездка в жаркую Африку вместе с английскими путешественниками, где среди песен и забавных танцев артисты театра расскажут веселую историю о любопытном слонике. Начало спектакля в 11:00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на выставку живописи Станислава Семашко «Лесные топосы». Серия графических работ автора основана на фольклорных традициях разных стран. Персонажи мировой мифологии, оживающие в работах Станислава Семашко, создают особый мир, в котором четко разграничены понятия добра и зла, истинной красоты и бессмертия. В его работах мифологический образ дерева, древа жизни, выступает в роли универсального медиатора, соединяющего тот и этот свет. Выставка работает с 10:00. Витебская областная филармония приглашает на концерт для детей из цикла «Сказки куклы Ляли». Любопытная героиня будет знакомить с новыми музыкальными инструментами и вместе с юными помощниками возьмется за барабан. В главных ролях также скрипка, цимбалы и баян. Начало концерта в 11:00. А в 16:00 зрителей ждет 7-й концерт для будущих мам из цикла «Соткать душу из нот. Отдыхаем классически». Будущие мамы проведут досуг в сопровождении прекрасной музыки. Живой звук и профессиональное исполнение подарят артисты Витебской областной филармонии. В концертной программе прозвучат музыкальные произведения, рекомендованные для прослушивания беременным женщинам. Концертный зал «Витебск» представляет сеанс современной хореографии от театра-студии современной хореографии Дианы Юрченко. В программе вечера уже любимые и новые номера, работы лауреаты первой, второй и третьей премии Международного фестиваля современной хореографии разных лет, в том числе хореографическая миниатюра «Смотри, а то услышишь» в постановке Дианы Юрченко, которая стала победителем IFMC-2017. Сеанс пройдет при участии артистов Белорусского театра «Лялька». Начало в 18:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль в двух действиях «Взрослые дети» по пьесе Леонарда Герша. История любви юноши из богатой семьи и взбалмошной экстравагантной девчонки, мечтающей стать актрисой. Сентиментальная сказка из современной жизни. Знаменитая бродвейская комедия, полная ярких реприз и задорных диалогов. Начало спектакля в 18:00. 18 марта Белорусский театр «Лялька» представит интерактивную сказку для детей «Осторожно, Соня». Маленькая Соня остается дома одна и исследует все, что попадается ей на пути. А юным зрителям предстоит обучить Соню правилам безопасного поведения и предостеречь ее от опасностей. Начало спектакля в 11:00. Витебский районный краеведческий музей приглашает на выставку репродукции картин Николая Рериха «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего». Картины автора украшают лучшие галереи по всему миру. Идеи и учения Рериха вдохновляют художников и зрителей и в наши дни. Выставка работает с 10:00. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска Двина» приглашает на ежегодную выставку детского творчества «Мартовские коты». На выставке представлено множество работ, выполненных в различных техниках, написанных маслом, акварелью, сделанных из керамики, ткани и кожи, объединенных одной темой – любовью к кошкам и желанием увековечить любимых усатых питомцев.
У каждого ребенка получился свой неповторимый и уникальный питомец с особым набором характерных черт, размером и окрасом. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якоба Колоса поставляет комедийный спектакль по мотивам пьесы Мольера «Плутни из Капена». В отсутствие родителей сыновья богатых купцов Октав и Леандр влюбились. Первый в Гиацинту, бедную девушку неизвестного происхождения, а второй в молодую цыганку Зербинетту. Теперь родители возвращаются в Неаполь, и у каждого свои брачные планы на сыновей. Опасаясь гнева отца, Октав умоляет о помощи Скопена, хитроумного слугу Леандра. Начало спектакля в 18:00. В гостях у нас сегодня наш витебский РУП «Фармация». Генеральный директор Елена Александровна Орлова, заведующая областной контрольно-аналитической лаборатории Витебского РУП «Фармация» Татьяна Дмитриевна Торбина и Сергей Леонидович Савельев, начальник организационно-фармацевтического отдела Витебского РУП «Фармация». Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я прошу прощения сразу за косноязычие, потому что очень сложно во всех фармакологических терминах разобраться. Мы с Еленой Александровной даже в Новый год попробовали это сделать. Прочитать. Я признала свое поражение. Добрый вечер, я рада, что вы к нам пришли. Сразу тоже хочу сказать, что пока вы смотрели афишу, я получила замечание. Мы сказали, что мы будем говорить о работе фармацевтов. Так вот, мы будем говорить о работе не только фармацевтов, но и провизоров. Ну и, к слову говоря, давайте сразу тогда разграничим, кто такие фармацевты, кто такие провизоры. Потому что, может быть, не все это знают. Почувствуют разницу. Вот, чтобы почувствовали сразу. Значит, фармацевты и провизоры – это люди, которые работают в аптеках. Да. Не только в аптеках, но в нашем привычном понимании это аптеки. Но провизор – это лицо, которое имеет высшее фармацевтическое образование, а фармацевт – это среднее специальное фармацевтическое образование. Ну, такая есть в плане русского языка казуистика. Казалось бы, фармация, и поэтому фармацевт. Но вот фармация – однако провизор. Привычнее, слово фармацевт, но мы все будем знать, что есть, и знаем, конечно, что есть и провизоры, действительно, и фармацевты. Вы знаете, может быть, хотелось бы мне наш разговор начать вот с чего. Конечно, мне было очень интересно, когда мы были у вас в гостях на съемках. Много там поснимали, мы еще увидим этот сюжет. Естественно, я почитала разную информацию, которую я могла собрать вот для сегодняшней передачи. Мне очень понравилось одно из высказываний, что ли, одного фармацевта, интервью с которым я читала. Это фармацевт, заведующий аптекой, она сказала, что главное вот в ее деле это не бизнес, а это отпуск лекарств. Вот не бизнес, а отпуск лекарств. Мне кажется, что это, ну, в любом случае, вот как человек потребителю, что это очень правильная позиция. Но действительно, аптека не магазин. Нет, ни в коем разе. Я хотела у вас спросить, согласны ли вы с этим, и что вы думаете об этом, как вам кажется? Ну, в первую очередь, приятно то, что человек на первом месте. Раз мы говорим, что это не бизнес, а это... отпуск лекарств, значит, человек на первом месте. А предназначение наших аптек, нашей фармации, всего нашего здравоохранения – это помощь людям, в первую очередь. Поэтому это абсолютно верно. Доступность, качество, помощь человеку. Мы приходим в аптеку, это хорошо, когда за витаминами. За детским товаром, когда рождается ребенок, и счастливый папа приходит покупать для мамочки все, что она написала для него. Да, но, как правило, приходят люди, у которых есть проблемы, у которых есть различные проблемы. Они приходят от врача для своих родных, для близких, для пожилых людей. Поэтому на первом месте человек. И вот отношение к людям, качество вот этой помощи, которую оказывает провизор или фармацевт, нашему посетителю на первом месте. То есть человек – это во главу угла. Дальше все остальное. Ну, я думаю, вы с этим согласитесь. Ну да, и, конечно, вот все равно каждый провизор или фармацевт, он сталкивается с тем, что вот, да, ему нужно отдать лекарства и взять деньги. Ну, все понятно. Но при этом нужно проконсультировать. Вот, я хотела спросить, что же все-таки отпуск лекарств, что это должно означать? Законодательно определено в каждом нашем нормативном документе о том, что должна быть
проведено грамотное консультирование. В рамках, конечно, действующего законодательства человек должен получить информацию о том, как применить, как хранить, да, как вообще принимать. Да. То есть все, что ты должен знать о том, как принимать лекарства, что с ним дальше делать, должен дать квалифицированную помощь специалисту. Ну, мы все это понимаем, потому что мы очень часто в нашей жизни, сегодняшней, правда, приходим в аптеку и говорим, у меня болит то-то, то-то, что мне принять? Что делать? Да, что мне делать? И мы уже даже удивляемся, если провизор или фармацевт не так подробно нам ответит на этот вопрос. Предложит не несколько лекарств, а, например, какое-то одно. Вы знаете, мы тоже так делаем. Приходим в аптеку и спрашиваем. Правда? Да, да. Да? Да. Но я знаю, что если мы будем наконец-таки говорить не в общем о вашей работе, ну, я имею в виду там не в общем о фармации, а вот о конкретно вашем предприятии, если мы к нему все-таки вернемся, 100 лет вам вот-вот исполнится. Да, 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 нам 100 лет, и вы прекрасно понимаете, что такой, с одной стороны, большой промежуток времени, но с другой стороны, совсем немного, потому как 100 лет для большого предприятия – это... Я думаю, что это начало молодости. Ну, конечно. Да, да, наш символ оливковая ветвь, это говорит об этом, потому что оливка – это дерево, которое выживает в любых условиях. Оно всегда живет, ему больше 2000 лет. Я думаю, что это и о нашей фармации. Да? Сама да, восстанавливается. Да. Ну, по вам видно. Но я так понимаю, за 100 лет ваша работа изменилась и изменилась кардинально. Вот раньше... все лекарства, они же и изготавливались в аптеках. Нет, не обязательно. Не обязательно? Нет, не обязательно, Татьяна Дмитриевна. Я думаю, она подтвердит. У нас есть сведения о том, что еще в 17-18 веке были продавцы лекарств, которые занимались оптовой реализацией. Агенты. Да, да, агенты. У них было свое название, но они именно были поставщиками трав, да? Готовились в каких-то лабораториях растворы и так далее, и были поставщиками вот в аптечные учреждения. То есть носили лекарства, да, и продавали, да? Да, 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 да. Ну, мне вот тоже кажется, что, наверное, все-таки многие аптеки готовили раньше, это основная, да, масса, но вот были и такие случаи, поэтому, что? Да. Как развивалось человечество, так и развивалось и аптечное дело. А мне интересно, а нету сведений вот там же, откуда вы сейчас говорите, из тех же источников, откуда привозили, вот где были эти лаборатории? Вы знаете, откуда? Первые, ну, естественно, это Восток. Угу. Вот, мы же знаем все, что у нас Авиценна, это основатель практической медицины. Это первый, кто употребил спирт в качестве обезболивающего средства. Да, и рекомендовал минеральные воды. Поэтому я думаю, что в первую очередь это Ближний Восток. И первые лаборатории и аптеки возникли в Испании. Ну, это тоже географически определяется. Ну, а дальше надо читать. Ну и в Полоцке, я читала, что в Полоцке тоже, там чуть ли не в 15 веке, в 14 уже тоже были аптеки. Да, да, были лаборатории. Ну, на основе, я думаю, монастырей. Да, вот как раз вообще травники. Фармация или фармакология древней медицины. Да, да. Лекарствоведение, можно сказать по-другому. Да. Вот если переводить, то это лекарствоведение. То есть начиналось все с того, что даже там, наверное, в первобытно общинном строе какие-то корешочки, да, что-то там находили. И действительно, ну, надо же было как-то спасаться, как-то себе помогать. Ну, человечество живет, значит, это помогало. Да. Елена Александровна, да и все остальные мои гости, вот мы все знаем, у нас есть в городе и в области разные аптечные сети, но мы все знаем вот сеть «Фармация», мы знаем по вывеске, по вот этой зелененькой вывеске, где внизу оливковая ветвь, да, веточка там с оливочкой. И есть у вас аптеки, как я понимаю, вот те аптеки, которые старые, государственные, к которым все привыкли, которые вот все знают где-то возле дома. Да. И на этих аптеках есть такое название, там аптека на Ленина, аптека на Московском, не знаю, там где-то... На Черняховского, да. Это специальный такой ход, да? Думаю, да, Сергей Владимирович. Ну, такой, скажем так, специальный ход. Связано с тем, что люди, когда обращаются к нам на справку, спрашивают о наличии каких-либо лекарственных средств, всегда называют информатор номер аптеки. Ну и второй вопрос, конечно, где это? Ну, конечно. Да. Ну и для того, чтобы облегчить, скажем так, поиск нужной аптеки, ну, мы решили сделать вот
такое да, название да, привычное, да. Чтобы было все... Как говорят, где? На Черняховского? Да, да. На улице, правда, да. Говорят, да. В вечернее время замечательно видно все вывески. А вот, кстати, скажите, я помню, опять же, по своему детству, что были аптеки дежурные, ночные аптеки. Ну, я, скажем, живу во дворе... И двор аптеки. Да, да. И звонили ночью в звоночек. Да. Сейчас существуют такие аптеки? Конечно. Вот у нас, да, всем известная аптека на Черняховского, которая в ромашках, в лютиках, в шиповнике. Вот она дежурная аптека. Украшение и города. Ну, и это аптека, которая изначально была дежурная. То есть она всегда дежурная. Да, она всегда была дежурная. Она всегда дежурная. Вот кто-то меняется, но это дежурная аптека, в которой всегда все есть и которая всегда открыта. Это золотое правило, да. И ночью, то есть туда можно? Да, да. Хорошо, а ночью? Ну, у вас же есть, наверное, какие-то сведения? Чаще это приходят за какими-то препаратами, которые экстренно нужны? Ну, как правило, да. Да. Или не обязательно? Ну, как за гематогеном могут зайти? Конечно. Да? Нет, конечно. Особенно во время славянского базара. За гематогеном? За гематогеном, минеральной водой, ну и предметами ухода, гигиены особенно. Лекарственная помощь не останавливается ни на минуту. И ночью, и днем. Работаете и ночью. А вообще у нас одна ночная аптека? А в городе? Да. Одна коммерческая, одна государственная. Ну, вот ваша. Да, да, да. Ваша одна. Да, наша одна. Вы знаете, достаточно. Она обычно открыта всегда до 12, ночью до 6 по звонку, ну а потом дальше открывается. Да, можно позвонить. Да, я помню, нам всегда очень, когда мы были маленькие, очень нравилось туда позвонить. Но обычно мы звонили, когда еще аптека была открыта, потому это что интересно, мы уже интересно. Не гуляли посреди ночи. Я хочу скорее показать всем, как вы работаете. Давайте. Меня, правда, очень впечатлило наше пребывание у вас в гостях. Мы приехали в гости в Рукфармация. Это не просто аптека какая-то или там несколько аптек. Это отдельное такое место, на территории которого есть много разных подразделений, наверное, да, так можно сказать. Все очень интересно. И прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть то, что мы смогли увидеть, то, что мы смогли для вас снять. А про остальное потом расскажем, когда вернемся в студию. Хорошо. Здравствуйте! Сегодня вы находитесь в гостях на Витебском торгово-производственном республиканском унитарном предприятии «Фармация». На территории нашего предприятия находится аптечный склад, справочно-информационный центр и областная контрольно-аналитическая лаборатория Витебского УПО «Фармация». Сейчас мы все с вами это увидим. Сейчас мы находимся в кабинете генерального директора. Каждый понедельник в 10:00 здесь проходит производственное совещание. А это мое рабочее место. Я заместитель заведующего областной контрольно-аналитической лаборатории Витебского РУПФармация. И сейчас мы с вами увидим весь процесс контроля качества лекарственных средств, начиная от получения лекарств и заканчивая выпиской протокола испытаний лекарственных средств. Здесь, в аналитическом зале, провизоры аналитики проводят контроль качества лекарственных средств, показатели описания и разделы упаковка, маркировка. А это помещение физико-химических методов анализа. Здесь проводится титрование, микробиологическое исследование, измерение кислотности растворов, а также контроль качества лекарственных форм, приготовленных в аптеках. А это вытяжная. Здесь провизоры-аналитики работают с органическими растворителями, которые могут принести вред для здоровья нашего персонала. Поэтому для работы с органическими растворителями необходимо использовать средства защиты.
А это один из наших приборов ВЖХ, высокоэффективный жидкостной хроматограф. Этот прибор используется для исследования смесей веществ и для определения действующих веществ в лекарственных средствах. Наше краткое путешествие по Витебскому РУФ фармации на сегодня окончено. Я надеюсь, что вы убедились в том, что мы обеспечиваем надлежащий контроль качества лекарственных средств, поступающих в наши аптеки области и города. Мы побывали в контрольно-аналитической лаборатории. Я хочу сказать, что я там 15 раз это говорила, сейчас скажу 16. Это все мне напомнило. Может, потом я там была. Но все равно ассоциация у меня появилась с Хогвартсом. Что-то такое магическое, волшебное. Побывали мы вот в лаборатории заведующей, которой Татьяна Дмитриевна у нас тут находится. Татьяна Дмитриевна, расскажите, вы, что мы все-таки там видели? Потому что, ну, ваш заместитель Егор был немногословен. Рассказывал мало. Может быть, вы сумеете... Да, был сдержан. Ну, как известно, что основным правом человека это право на охрану здоровья, поэтому, естественно, контроль качества на страже, контроль качества стоит контрольно-этическая лаборатория, которая является структурным подразделением Витебского УПФармации. Основной функцией, естественно, является контроль качества лекарственных средств, как производимые на территории Республики Беларусь, так и ввозимые на территорию Республики Беларусь, а также лекарственные средства, которые изготавливаются в аптеках. У нас 23 производственные аптеки по Витебской области, а также с учреждения здравоохранения. Лекарственные формы еще становятся еще актуальны. Поэтому контроль качества лекарственных форм, которые изымаются с аптек. Ну, можно я немножечко просто вас перебью? Вы, вот именно РУПФармация владеет собственной контрольно-аналитической лабораторией. И фактически каждая партия лекарств, которая поступает и потом расходится по аптекам, обязательно проверяется. И только после проверки уже поступает потребителю. Только после того, как пройдет контроль качества и признано лекарственное средство качественным, в том случае идет она реализация в аптечную сеть. И соответствие именно тому производителю должно быть. Естественно. И как уже было сказано в ролике, и по описанию упаковки, маркировки, и по отдельным показателям, по физико-химической, все приборы, оборудование, которое приобретено для работы в областной контрольно-этической лаборатории, необходимы для проведения серийного контроля качества. А вот смотрите, производители, которые выпускают эти лекарства, у них же там тоже свои контроль качества. Как свои лаборатории. Свои лаборатории, да, у них контроль качества. Это отдел контроля качества. На должном уровне. Вам это для чего? Это вам, это, во-первых, обязательно, или просто вам это помогает? Вам это для чего? Для чего вам это? Для чего? Для чего вы перепроверяете? Перепроверяете. У нас государственный контроль качества, который состоит из проверки на всех этапах продвижения лекарственного средства. От производства лекарственного средства до поступления его в аптеку. Ну, то есть, условно говоря, мало ли чего они сами себе там напроверяли. Мы перепроверим. Это независимость. Независимость в контроле качества. То есть производитель проверил, а потребитель, кто будущий, да, он должен быть еще убежден в том, что все очень-очень достоверно и правильно. Поэтому контрольно-аналитическая лаборатория, она независимая. И она со своей стороны проводит независимое исследование и подтверждает, что то, что провели производители, да, это соответствует их нормативным документам. И тогда это идет выпуск уже в... Хорошо, проверили, да. Правильно. Все, да. Можно. Да. Можно. Да. В конце 2016 года, в декабре, проведена третья переаккредитация контрольно-этической лаборатории в соответствии с требованиями стандарта СТБ-СМЭК 17025. Также мы участвуем во многих межлабораторных сличениях с другими лабораториями, что также подтверждаем свою достоверность своих показателей.
В общем, на высоком уровне у вас проводится этот контроль. И ну, мы это все видели, и вот сейчас успели так немножко увидеть. Там же правда, и крутятся в барабане эти таблетки, и сжимаются. И там проходит какой-то... я не могу запомнить всех названий приборов, которые у вас там есть. И какие-то там совершенно удивительные какие-то колбы. Космические. Да, да, да. И такой прибор, который вроде бы кажется внешне, мы тоже его видели здесь в сюжете. Такой вроде... Ну, подумаешь, ящики какие-то стоят друг на друге, а это совершенно уникальный прибор, который не так давно, я так понимаю, да, был приобретен. Жидкостных хроматоров, да. Это действительно сведением действия Государственной фармакопеи Республики Беларусь. Это было необходимым нашим требованием приобретения такого высокоэффективного жидкостного хроматографа, который дает нам право и возможность привести все показатели в соответствии с нормативной документацией. Это и подлинность, и количество определений, и примеси. Это то, что как бы подтверждает качество лекарственного средства. А вот бывает когда-нибудь, что вы проверяете, и вдруг раз и обнаружили, что ну вот что-то не совсем так. Бывает такое? Ну, конечно. Бывает, да? Это естественно, что должно быть выявлено, если это не соответствует каким-то требованиям, лекарственное средство. В прошлом году, да, было забраковано 5 лекарственных средств нашей контрольно-технической лаборатории. Мы занимаем одно из лидирующих мест по объему проверяемых лекарственных средств. И что вот с ними? И после этого начинается процедура по работе с забракованными лекарственными средствами. Вся процедура, это у нас написано, описано в наших нормативных документах. Вся информация подается в Министерство здравоохранения через Республиканскую контрольно-этическую лабораторию. И дальше идет поэтапное изъятие, приостановка. Реализация лекарственного средства, да, потому что также проходит контроль качества лекарственных средств, находящихся в обращении. То есть ваше решение может повлиять на продажу этого препарата в принципе по всей стране. Конечно. Если вы подаете ваши результаты Министерству здравоохранения, то... Да. Но главное, что это все обращение. Потом... Изымается из обращения. Что это все не попадает потом на... А это потом назад отдается производителю? Да. Или это отдается как назад правило, и производитель должен... Как правило, да. И производителю пальчиком надо показать. Что было не так. Ну, это для катастрофы, если такое случается, для производителя. Поэтому, как правило, все заинтересованы, чтобы качество было на должном уровне. Поэтому вот в течение года было всего лишь 5. Ну, достаточно, да, при больших объемах, при больших, ну, это такой среднестатистический, минимальный, скажем так, по статистике, процент. Да. Мне даже кажется так, вот со стороны, что и 5, так тоже, ну, 5 все-таки. 5 из 6000 наименований, которые... Да, или 8 тысяч наименований. То есть 5 – это... Это даже не предел минимума. Действительно. Да, поэтому мы же имеем статистику по соседним странам, по Украине, по Российской Федерации, по дальнему зарубежью, поэтому... Имеем право так говорить. Вы сейчас говорите о таких объемах, меня так и подмывает спросить, сколько вообще всего лекарственных средств разных, наверное, в том числе и витаминов, ну, будем говорить, все, что реализуется через аптечную сеть. Назовем это так. Потому как это и лекарства, и изделия медназначения, и БАДы, и витамины. И вот сколько всего этого можно ли? Есть ли какая-то статистика? Не знаю, может, это коммерческая тайна. Наименование? Да. Сколько Витебская область съедает, не знаю, таблеток в год? Таблеток очень сложно сказать. И вымывает шампунь. Но я хочу сказать, что в среднем вот по количеству наименований на аптечных складах это свыше 6500. Но если это 6500, они постоянно обращаются, ну вы представляете, как это происходит. То есть это востребованные как товары. Отечественных, как и зарубежного производства. Еще я не могу не отметить одну вещь, которая меня... Ну нет, она меня, конечно, не то, что удивляет или поражает, но которая меня очень тронула. И я стала думать, что я с этим встретилась, и когда была у вас в гостях, и вообще, когда, ну я не знаю, там попадались мне даже какие-то художественные книжки, где героями были аптекари, да. Это вот это чувство коллектива. Вот мы приехали в РУПФармация, и... Ну, практически неожиданно.
Ну, практически неожиданно, да. Приехали, ну, да. Нас, естественно, встретили, нас ждали, нас тут провели, нам показали, все там, таблеточки сжимали, разжимали, все там буквально, что можно было потрогать руками, то нам разрешили сделать. Но вот это вот отношение внутри коллектива, отношение к людям, это какое-то очень такое, ну, прям, я бы сказала, даже семейное. И вот я даже стала, вот тоже шла на передачу и стала думать, ну, почему? Ну, потому что в основном женский коллектив. Но если бы он был чисто женский, да, тогда понятно, да, вот все там, да, подружки. Но нет, все-таки есть у вас там и 15%. Ребята. Видите, уже. Да. У нас 15% это все мужчины. Все равно. Я знаю, вот мы с вами разговаривали, да, что вы занимаетесь молодежью. Я знаю, что вы устраиваете постоянно какие-то, ну, часто, там какие-то корпоративы. То вы на горке катаетесь, то вы еще чем-то занимаетесь. Песни поете, на экскурсии ездите. Да. Ну, действительно, вам это нравится, скажите, вот что вас заставляет тогда? Или это у вас такой вот корпоративный дух какой-то, такой, который, я не знаю, еще со студенчества вот он прививается, может быть. Потому что вот, ну, правда, я стала вспоминать, что я читала когда-то где-то, и всегда вот аптекари, они там, понятно, что есть такие люди-сяки, все люди разные. Но вот это вот какая-то вот такая вот близость душевная. Ну, я скажу, откуда? Что за 100 лет мы сдружились. Можно сказать и так, что за 100 лет мы сдружились. Но я хочу сказать, что у нас просто замечательные кадры и замечательные люди работают. И надо дать должное и нашим наставникам, те, которые принимают молодежь, и ту молодежь, которая приходит. Вот на сегодняшний день очень много проектов. Как раз Сергей Леонидович занимается. Проект называется «Аптекари 21 века». Я думаю, что это будет интересно услышать. Я вот хотела спросить, организационно-фармацевтический отдел. Сергей Леонидович, расскажите, пожалуйста, что это такое? Ну, организационно-фармацевтический отдел, он является одним из профильных отделов нашего предприятия. Ну, две основные у него задачи. Задач у него на самом деле много, но две основные можно выделить. Это контроль за фармацевтической нашей основной деятельностью и это стратегическое развитие аптечной сети. Угу. Естественно, это расширение аптечной сети. Ну, для так ознакомления, за последние 5 лет мы открыли 51 аптеку. То есть, ну, это в среднем много. Мы открываем где-то 10 аптек ежегодно. В области. Ну, город и область. Да. Вообще всего у нас сейчас в области 276 аптек. Из них 53 находятся в сельской местности. Угу. Вот, ну, ежегодно, как я уже сказал, открываем мы 10 аптек. Прошлый год у нас был рекордный в этом отношении. Мы открыли 16 аптек. Угу. Больше, чем когда-либо. На этот год планируем не отставать, если уже получится, то есть двигаться в этом направлении. Вот. Но вы же не только открываете новые аптеки, но еще и вы умудрились в поставах сделать музей аптечного дела. Да. Мне тоже кажется, что это очень интересно. Расскажите немножечко об этом. Ну, центральная районная аптека Ославского района заслуживает, скажем так, отдельного внимания. В этом году там открылась историческая экспозиция аптека, так мы ее назвали. Всего в районе 11 аптек, из них 7 – это в самом городе Постава. Там, ну, дружный, сплоченный коллектив. 2 года назад походатайствовала заведующий Логвиненко Жанна Анатольевна об открытии этой экспозиции, рассмотреть вопрос. Далее. Ну, хорошо, что придумали такое дело. Вопрос был решен положительно. И в этом году открылась, в 2018 году открылась эта историческая экспозиция. Ну, надо отметить, конечно, заслуги нашей заведующей Гвиненко Жанны Анатольевны. Она более уже 30 лет руководит этой аптекой. И в прошлом году она была отмечена почетным знаком «Человек года». Давайте мы прямо сейчас посмотрим сюжет, который сделали наши коллеги из редакции информации об открытии этой аптеки. И мы как раз увидим там и Жанну Анатольевну тоже. Будинок на центральной площади Постав першопочатковый задумывался как аптека и дом урача. И увесь этот час больше за 2,5 столетия. И по сегодняшний день тут по-ранейшему працуют фармацевты. 1775 год. Где-то такое вот нам историки дают такую оценку. Из всех времен это именно помещение, это здание было именно как дом врача и лечебница. Так и значится во всех исторических документах. Лечебница, каменица двухэтажная.
Нядаўна будынак аптэкі, які мае статус помніка архітэктуры 18-га стагоддзя, адрамантавалі, а ў свабоднай частцы памяшкання адкрылі экспазіцыю, якая адлюстроўвае развіццё фармацэўтычнай службы ў рэгіёне. Экспанаты для музея аптэка разбіралі разам з месцічамі, якія ахвотна прыносілі старыя скрыначкі ад лекаў, бутэлечкі, шалі, лямпы, акуляры, ліхтары, кнігі, рэцэпты, газеты, усё, што звязана з фармацэўтыкай. Вот эта вертушка у нас очень старинная. Мы ее тоже нашли в парижской аптеке, когда закрывали эту аптеку. Она, конечно, прошла через реставрацию. Ее немножечко отреставрировали, но она настоящая. Она где-то 20-30-х годов. То есть ей больше 100 лет. На полицах старожитный аптечный посуд, рецептурные доведники, пилюльная машинка, перегонные аппараты, предметы для письма, подликовая машинка. Выдатно захавался у пастаўскай аптэцы спиртометр 50-х годов минулого стагоддзя. По вопису он значится золотым, але специалисты кажуть з латуни, что зрэшты не променьшае ни его гістарычнай каштоўности, ни функциональности, як показал эксперимент. Прочитали инструкцию, как мерить спирт. Ну и решили опробовать. Налили спирт и померили. И действительно показывает. У трох выставочных залах больш за 200 экспонатаў. З найбольш рэдкіх і каштоўных – 200-гадовая аптэкарская шафа, камода і стол. Тут можна дакрануцца да таямніц мінулага, якія захоўваюць прадметы даўніны. Старинная аптека, это на самом деле, ну, правда, интересно. Ну, есть в этом действительно вот это от алхимии есть, что-то, есть, конечно. И кажется, что какие-то вещи там особенные, должны быть какие-то вот такие необыкновенные. Там спиртометр, не знаю, что-то со еще. И собирали. Правда, здорово, что сумели собрать вот то, что это собрали. Это коллективный труд. Это самое главное, что это коллективный труд. И я думаю... Вот когда было открытие, каждый из представителей районов, каждый искал, чтобы вот то, что они привезли в музей, чтобы это было выставлено. И какое было счастье, когда они находили свой экспонат. Они фотографировали, и потом вся аптека, это было и Толочина, Шарковщина, Шумилина, они просто счастливы от того, что их частичка есть в этом музее. Да, да. Я очень даже понимаю. Да, поэтому мы вас приглашаем, обязательно приезжайте, будем рады, он работает. Так, как работает аптека, без выходных. Да? Да. А если надо, то и по звоночку можно. Да. Просто удивительно, да. Сколько всего такого, ну, древнего, да, будем говорить, находится у людей дома. И спиртометры, и шприцы там какие-то лежали. Да. И очень интересные сигнатуры, машинки. И рекламные буклеты. Все очень интересные экспонаты. И я приглашаю вас еще по той простой причине, что вы получите... Просто удовольствие от того, что вы соприкоснетесь, ну, с таким частичкой детства, потому что мы всегда в волшебство верим, как правило, да. В детстве. Да, да. Там мой Хогвартс. Да. Поэтому приглашаем, приезжайте. Это была аптека, это же был не аптечный магазин, нет, да, это была аптека, где приготавливались лекарства. Да, был кактурий, готовили настойки, да, со своими хранилищем, все верно. Проверяли. Татьяна Дмитриевна, да. О своем. А скажите, а рецепты тех, того, что готовили тогда, не сохранились? Нельзя сейчас в этой аптеке купить что-то, сделанное? Ну, это приготовить нужно. Купить нельзя, надо сначала приготовить. А вот интересно, как оно работает? Вот то старинное и сигнатурное. Старинная пропись. Ну, вот давайте попробуем. Сравнить то лекарство и сейчас, да, действие его или что-то. Вот интересно, да. Мне даже на съемках мы когда были, Анна Александровна, ваш тоже отличник здравоохранения, которая снималась у нас там, как раз она была вот в этой вытяжной, в маске она была. Да. Она давно работает, и она мне говорит, вы знаете, наша работа, она такая интересная, но она в корне отличается от той, которая была в советское время. То есть даже в советское время по-другому работали. Да. Прогресс. Развитие фармацевтической науки. А скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас очень много молодежи. Вы привлекаете молодежь и развлекаете молодежь. И обучаем. Ну да, конечно, обучаете. Да. Можно несколько слов об этом, наверное, к вам, да, Сергей Леонидович? Да, ну с молодежью у нас построена целая система. То есть начиная с детей школьного возраста. У нас руководители аптек, они устраивают так называемые дни открытых дверей. Проводят по аптеке, показывают производство. Uh-huh. Это уже заинтересовывает, то есть они в будущем планируют поступать в профессию. Да. Со студентами мы проводим семинары обучающие. Чаще всего это студенты 5-го курса. Тоже знакомим их с предприятием, с их будущей профессией. Конечно, это тоже дает всегда свои результаты. Uh-huh.
Вот те молодые люди, которые приходят к нам в аптеку, они не остаются одни, за ними всегда закреплен наставник, который, ну, поможет им, скажем так, обойти какие-то стрессовые стороны, подводные камни профессии. Вот. И чтобы для молодежи не было одна работа, мы всегда добавляем, ну, какие-то мероприятия. Это и спортивные мероприятия, ну, из наших новшеств. Это большой теннис, который проходит. Ваша молодежь уже нам рассказывала про ваш спортивный зал. Все назвали снять, но мы уже просто не успели. Угу. Да, ну, соревнований много. Волейбол, дартс, бильярд, боулинг, лазертаг. Вот все, всего не перечислить. Ну, плюс все областные, республиканские соревнования, которые по профсоюзной линии проходят. Там, и конкурсы какие-то, я знаю, да, интеллектуальные. Конкурсы лучше по профессии, конкурсы самодеятельности, участвовали в КВН, проходящих вот, в медицинском университете. Вот. Ну и кроме того, у нас постоянно мы добавляем какие-то новые проекты. Вот, из последних это на этот год запланировано проведение, ну, скажем так, аналога Манхэттенского фестиваля короткометражного кино. Мы его назвали Farm Cinema. Дай бог, все пройдет хорошо, и в октябре мы подведем результаты. Ну, проводим это мы не только у себя на предприятии, а проводим с медицинскими работниками в области. То есть нужно будет снять фильм о чем? О своей профессии, о профессии. С любого ракурса. Все, что касается здравоохранения, как ты в профессии. Да. Ну и сколько продолжительность? Ну, до 7-10 минут. Ничего себе, это немало. После этого комиссия выберет 10 роликов, может быть, больше, в зависимости от хронометра. Приглашаем всех на просмотры. Все просмотрят, проголосуют, ну, по результатам. А как можно попасть участнику? Зарегистрироваться у нас через... Это могут быть ВКонтакте. И студенты, и фармацевты, все, кто... имеет какое-то отношение именно к медицине. То есть, если бы, например, у меня было бы, или я был бы на пути к медицинскому образованию, я мог бы просто подать заявку и снять, допустим, на телефон какой-то фильм. А если Ванька у нас просто так снимет фильм, возьмете? Нет, Ваня, твою кандидатуру еще раз смотрят. Но он должен для этого поступить в медицинский вуз? Или в колледж хотя бы? Для этого мне нужно вернуться в школу, вспомнить химию. Да, ну... Я, кстати, подумала, что, возможно, когда ваш конкурс закончится, может быть, мы с вами поговорим, может быть, и мы как-нибудь что-нибудь покажем, если там вы действительно увидите что-нибудь достойное. Ну, почему зародился такой конкурс? На День медицинского работника, как правило, каждый из регионов, ну, какое-то представление, поздравление фармации, себя, коллектива. И вот из нашей аптеки 157, там практически средний возраст 32 года работников, вот они представили очень интересный фильм. Как раз в районе 5 минут. Замечательно. Когда вечером выключился свет, в аптеке ожили все упаковки. И вот их жизнь ночью. Вот такой был интересный видеоролик. Ну вот после этого родилась такая идея. Почему бы всем к этому не присоединиться? Желающим. Конечно, Хогвартс. Ну что говорить? Конечно. Люди креативные. Вот как интересно, правда. Вот, казалось бы, провизор, фармацевт, аптекарь. Ну вот такая работа. Взвешивать, складывать. Да. А вот посмотрите, как интересно. На самом деле вы живете. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Время наше уже убежало. Я надеюсь, что встреча наша не последняя. Мне было очень интересно, правда. И я желаю вам, конечно, такое творчество в вашей работе, чтобы оно и продолжалось. Спасибо за то, что мы все-таки пьем правильные, проверенные, хорошие, качественные лекарства. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Прямо сейчас посмотрим, куда сходил Александр Каринман сегодня. Друзья, такая погода установилась на улице, что самое время простудиться. Вот честно. Вот именно здесь люди как-то чувствуют слабость в своем организме и кладутся на больничные, спать, лечиться, пить горяченькое, полоскать горлышко. И вот встал вопрос ребром. Нужно ли прибегать к употреблению антибиотиков, приему антибиотиков во время простудных заболеваний? Давайте узнаем мнение жителей нашего города. Поехали. Сейчас погода такая, люди простывают. Согласны? Ну да, заметил. Вы когда вот простываете, вы пьете антибиотики или стараетесь обходиться без них? Если честно, я вот за зиму еще ни разу не болел. В чем секрет? Ну не знаю, закаливаюсь как-то. Как? Мне не холодно, вот я занимаюсь на улице. Чем?
Бегаю на турниках, брусьях занимаюсь. Бегаю. Это воркаут, да, типа? Ну да. Каждый день вы, несмотря на погоду, идете на... Ну... Или нет, или раз в неделю. Как часто вы занимаетесь спортом? Это 3 раза в неделю, 3-4. И уже не первый год, или вот это ваше новое открытие? Зима первая, сейчас весна. А как не примерзнуть к брусьям? Это же очень холодно. Перчаточки? Да, перчатки, конечно, там очень холодно получается. Когда простываете, антибиотики пьете? Нет. Почему? Берегу себя. Считаете, что антибиотики только в крайних случаях, да? Ну да, когда уже... Ну, мы берем такое распространенное заболевание. Вот простыл, переохладился. Как? Я в этом году не болела, потому что... Так. Ем чеснок. Так. Что еще? Корень имбиря, мед. Все, я понял. К вам за народной медициной. Да. Признавайтесь честно, писали ли вы когда-нибудь себе на ранку? Вот я писал. Я уже забыла, когда у меня были ранки, я очень осторожно сейчас. Сейчас все болеют, очень многие простывают. Погода не очень. Как вы считаете, нужно ли прибегать к антибиотикам? Нет, антибиотики – это вредно. Чего? Ну, на сердце влияет очень. Но вы что, не принимаете антибиотики? Нет. Если горло красное, температура, что делать? Ходить к врачу, он пропишет. Антибиотики. Ну, он то есть нужно принимать только те антибиотики, которые прописывает врач, конечно, в первую очередь. Да. Но если уж прописали, нужно пить. Просто некоторые наотрез отказываются, даже если врачи. Если, хорошо, такой вопрос. Если врач прописывает вам лекарства, вы послушаете его, если там будут антибиотики? Да. Люди простывают. Вы как, часто простываете? Ну вот простыла в данный момент. Принимаете антибиотики? Да. Да? Да. А чего вы так решили? Вот температура не сбивалась или как? Температура не спадала. Ну, помогло? Да. Вот 2 дня попила, и уже помягче. Вы антибиотики принимаете? Нет. Почему? Вот мы как раз об этом и спрашиваем. Нужно ли прибегать во время простуды к приему антибиотиков? Потому и когда у меня нужно? У меня слабый организм, и поэтому я стараюсь не принимать. Практически никогда, но каких-то нет, крайних случаях, да? В крайних случаях, когда температура высокая. То есть, если температура держится, да, это уже признак того, что надо... принимать. А так? А так нет. Горлышко прополоскали, горяченького попили, поспали, лучше полежали. Ромашка, полоскать ромашкой, соду с солью, так, народными средствами, а эти лекарства лучше не покупать. Скажите, вы когда-нибудь писали себе на ранку? Нет. Почему? Это же помогает. Не приходилось. Но всему... А что за рецептов? Я даже не знала. Пописать на ранку никогда не слышал. Это уринотерапия. Я знаю, садиться на огурец. Вот это я знаю. Это очень жестко. Или прибегать к антибиотикам? Ну, не всегда. В каких случаях вот прям уже нужно? Ну, если человек на самом деле часто болеет, то стоит, потому что это может дать серьезное осложнение. Но так, в принципе, если обычно насморк, то я думаю, что... То есть, если еще нет температуры, если температура не сбивается, тогда надо, да? Тогда уже, да. Скажите, вы часто простываете? А, да. Что такое? Почему? Как вы думаете? Ну, возможно, из-за сырой погоды. Ну вот смотрите, если все-таки простыли, вы вот принимаете антибиотики, мы выясняем, нужно ли прибегать к ним? Не-не-не, только в очень крайних случаях, когда высокая температура, чтобы сбить. Так, то есть, нет. А так, горячее питье, да. Поспать, полежать, укутаться, посмотреть кино. Это вам надо к врачам обращаться. Правильно. Вы часто простываете? Нет. Вообще не простываете? Забыли, что это такое? Нет. А в чем секрет? Закалялись или как-то иммунитет крепкий сложился? Да никакого секрета нет. Ну, то есть, редко, но... Постоянно на свежем воздухе. А, тоже хорошо, тоже... Но вот если человек все-таки простыл, как вы считаете, нужно ли ему принимать антибиотики? Нет. Почему? Ну, антибиотик же, он убивает организм. Друзья, не болейте, не болейте. Ну, а если уж чувствуете, что все, судя по всему, надо принимать антибиотики. Хотя многие против. На сегодня все, пока. Середина марта – самое гриппозное время. Держите ноги в тепле. Поэтому и программу нашу завершает группа «Ветер июля». В общем-то, тот ветер... Которого мы ждем. Которого мы ждем и который не влияет на наше самочувствие. Вместе с Олесей Медведевой прощаемся с вами до понедельника и всем нескучных выходных. Пока. До свидания. Thank you.
однажды, и ты, вдавившись всем телом, в меня засыпаешь крепко, и я становлюсь горячим, зеленым, летающим шаром. Мы летели над русской равниной, над ноябрьским первым снегом. Мы летели над самым небом, здесь-то нас никто не достанет. Ни одна длинная собака, ни один снеговик молочный, ни стрела, ни метла, ни пуля. Мы над целой страной летели, над Москвой и над Сергелеем, там, где матушка в огороде, в огуречной своей свободе. Там друзья мои спят в трактире, ну а мы в тишине и мире, в совершенно безлюдном дне. Попробуйте, дотянитесь, мы висим на солнечной нити и звучим на солнечной ноте. Ну попробуйте, ну дотроньтесь, ни стрела, ни метла, ни пуля, где мы спим навсегда. Засыпаешь раньше, и 15 минут остается, чтобы уткнуться в твои лопатки и успеть попросить прощенья за мою ничтожную нежность, за ноябрьскую тревогу и за невозможность полета.